приветствую всех подписчиков моего канала, просто любителей охотничьего оружия. Сегодня вышел на природу, несмотря на такую погоду. Ветер сильный, вчера дождик был, слякоть везде. Итак, хочу протестировать свои очередные новые бронебойные патроны. Вот такие. Это у нас патрон с начинкой, то есть пуля с начинкой. Здесь находится у нас стальной дюбель, снаряжены вот такие гильзы. Навеска пороха будет 1,3 сокол. Стрелять будем по вот такому металлическому листу. Здесь толщина 5 мм. Точно измерял штангельцем. Итак, до этого я сюда стрелял уже свинцовым пулем. Как видите, вот вмятина. Так и не пробили. А вот эти отверстия, это от 72-39 стреляли из сайги. Сайга 72-39, 5 мм не чувствуют. Итак, будем стрелять на дистанции 15 метров, наверное. Сегодня я один, так что не думаю, что процесс стрельбы у меня получится заснять. Вот стрелять буду из этой сайги. Всем она знакома, моя 410-я сайга. Господа, был произведен. Итак, первый выстрел. Вот как мы видим, дюбель прошел через... Прям срез металла. Второй выстрел. Вот у меня попадание. Как видим, вот он, дюбель сам вот сюда ударило. А лист не пробил. Не знаю почему. Буду вот еще раз стрелять. Третий выстрел так и не прошил. Он сильно нагнул металл. Но это очень плохо. У меня есть подозрение, что, как я в других видео рассказывал, что вот в этой гильзе используется капсуль центробой, и он не полностью воспламеняет порох сокол. А сейчас хочу я попробовать в пластиковых гильзах, там уже капсуль другой, другая система. Ну, результаты стрельб покажут. Посмотрите, что я нашел. Нет. Случайно в метре от мишени, вот она пуля моя, которая попала сюда. Вот он сам дюбель и свинец. У меня есть подозрение почему-то, не знаю, сильно похоже, что она боком прилетела. Вот сюда. Она хорошо сюда вписывается. Боком прилетел, почему, не знаю. Стрелял вроде бы с парадоксом. Еще раз попробую. Дальше стреляю вот такими патронами. Та же самая пуля с дюбелем. Просто я его здесь пеноплексом накрыл, чтобы она пуля не болталась. Порох сокол 1,3. Посмотрим, какая будет разница вообще, будет ли она разница. Так, друзья, у меня хорошие новости. Вот он, мой первый выстрел с пластиковой гильзой. Видно, что пуля боком прилетела. Не знаю почему, я снаряжаю этот медную трубку 79,5 мм. Ну, его не расширял, не калибровал до 10,3, как положено на 410 калибре. Из-за этого, наверное, пуля кувыркается в полете. А гляните сюда, второй выстрел. Вот он. Вот он, второй выстрел у меня. Из задней стороны. Я думал, это сначала не поверил. Сейчас я вам покажу одну очень интересную вещь. Вот она у нас пуля куда прилетела. Не пуля, а сердечник. Сама пуля свинцовая разбилась, наверное, а сердечник. Вот он у нас сюда зашел. Вот он, сердечник. Как видим, острая часть деформировалась. Тоже видно, наверное, не прямо. Прямым углом полетел. Ну, как видим, разница есть. Что я хотел доказать? Пластиковая гильза, так как там используется капсуль КВ, он полностью воспламеняет порох, а с остальными гильзами у нас вот какая хреновина получается. Полностью порох не сгорает, это получается лишний порох трачу на это. Вот такие у нас дела. Сейчас оставшиеся свои патроны отстреляю. Вот они, эти гильзы, кстати говоря. Они уже стреляются где-то четвертый раз. Вот они как раз очень хорошо, даже пригодны к следующему переснаряжению. И вот они, следующие, которые пули остались у меня. Раз, два, три, четыре, пять штук. Я еще один патронник. Три выстрела у меня. Раз, два, три. Как видим, пули не всегда под прямым углом прилетают. Вот боком. Вот он еще боком, я сейчас вам пулю еще покажу.
Вот она еще раз простреляла. Я сердечник не нашел. Повторяю, сталь 5 миллиметров. Вот она у нас пробоина. Вот. И вот вторая. А нет, вот еще третья есть у меня. Я его даже не заметил. Вот он. Раз, два, три выстрела сделал. Эти, значит, были. А вот пуля сама, которая боком прилетела, как видим. Вот сюда, наверное, вот так. Да, как раз здесь хорошо она сидит. Не знаю почему, но вот эта пуля боком прилетает. Вот он, свинец. То, что осталось, наверное, сюда ударилось. Сердечник прошел дальше, а свинец остался. А вот она, медная оболочка. Тоже раскрылась при ударе. Видны нарезы. Не знаю почему, но вот не растянутая вот эта трубка медная. Она 9,7 или 9,5 получается. Наверное, и в стволе тоже она болтается. Но нарезы на ней остаются. Ну, не всегда они закручиваются с парадоксом. Как хотел выяснить, Сайга 410К она пробивает 5 миллиметров стали. Друзья, только что сделал выстрел по вот такой стопке книг. Здесь было 5-6 книг, я убрал, вот оставил то, что пробил. Первый выстрел был пуля шар Спортмесс. За 1,3 грамма, то есть 1,2 грамма пороха сока. Второй выстрел пуля болт с экспансивной полостью. Вот что, в общем итоге они пробили одинаковую толщину. Для сравнения, вот у нас гильза 70 миллиметров, я его обрезал. Вот получается 70 миллиметров пробил. Теперь посмотрим на разницу. Как видим, пуля болт с экспансивной полностью раскрылась и увеличила, ну, типа раневой канал. Дальше смотрим, вторая книга. Вот она у нас. Еще дальше пробила. А шар остается такой же. И вот в конце вот здесь. Сейчас я покажу. Вот она экспансивная. И шарик у меня был. Вот он, шарик. Оставляю свои половинки, кусочки разбиваются на скол, вот то, что остается от пули шар. На пробитии глубины 70 миллиметров, вот экспансивность. Ну, по зверю можно, думаю, стрелять. Итак, на сегодня мои тесты завершились. У меня садится телефон. Вот у нас река, вот мой полигончик секретный. Здесь можно уверенно стрелять 50 метров. Стреляю вот сюда, где вот у нас холм, чтобы никого не попасть, наблюдая техники безопасной стрельбы. Всем пока, до новых встреч.